Доброе утро, коллеги. Большое спасибо всем, что нашли время присоединиться к нашему вебинару. Сегодня у нас пройдет совместный вебинар Citrix компании Stratodesk и дистрибутора компании Olly, который является дистрибутором и Citrix, и компании Stratodesk. Сегодня мы поговорим о тех решениях, которые компания Stratodesk предлагает для инфраструктуры виртуальных рабочих мест, для того, чтобы обеспечить возможность работы не только с тонких клиентов, но и в том числе превратить различные имеющиеся у вас устройства в тонкие клиенты. Соответственно, сейчас я передам слово Юлии Бусаровой, которая является представителем компании Stratodesk в России. Она вам расскажет о том, что за технические средства, интересные решения есть у компании Stratodesk. Потом мы переключим наши экраны на Алексея Петрова из компании Olly, который проведет нам демонстрацию возможностей решений. И после этого у нас будет сессия вопросов и ответов. Вебинар наш будет записан, соответственно, он после этого будет выложен в YouTube. И ожидайте завтра, может быть, послезавтра, рассылки материалов вебинара, то есть тех презентаций, которые мы сегодня будем показывать. У вас есть возможность во вкладке Question задавать вопросы. Соответственно, во время вебинара, если есть возможность, я постараюсь на них ответить. Если во время вебинара такой возможности не будет, то на сессии вопросов и ответов мы все вопросы рассмотрим, и те, которые представляют интерес для большинства слушателей, мы озвучим и, соответственно, постараемся дать ответ. Если по какой-то причине ответ мы дать не сможем, мы, соответственно, вернемся к вам уже после вебинара, ответив на него по тому e-mail, который вы оставляли для регистрации. Итак, коллеги, спасибо большое. Юлия, даю тебе слово. Спасибо, Сереж. Коллеги, друзья, партнеры, приветствую всех. Сегодня на нашем вебинаре, посвященном такой теме, как технологии удаленной работы от компании Stratodesk, который проводим мы сегодня вместе с нашим партнером компании Citrix, любимым дистрибутором Olly. Сергей уже, в принципе, представил меня. Меня зовут Юлия Бусарова, и я представитель компании Stratodesk на территории России и стран СНГ. И также сегодня со мной проводить вместе вебинар будут Алексей Петров, это технический консультант Olly дистрибуции. Пол Крадок будет у нас на подхвате, это наш глобал архитектор технический, и также, вот как вы слышали, Сергей Халяпин, наш организатор, наш партнер и главный инженер компании Citrix на территории России и стран СНГ. Вот. Про структуру Сережа сегодня уже озвучил, и я думаю, переступим тогда сразу к главному. Наша компания приветствует с радостью онлайн-коммуникацию, и в нынешних событиях это очень самый удобный формат, который позволяет нам всем объединяться с разных локаций и точек, и я думаю, будет очень комфортно провести сегодня часик за обзором интересных технологий. Наша компания Stratodesk образовалась в 2006 году в Австрии, в Клагенфурте. И уже в 2007 году было открыто представительство в Вене. А чуть позже, в 2010, мы расширились до Силиконовой долины. И на сегодняшний день у нас есть три основных подразделения в США, в Австрии и в России. Мы компания, как вы видите на слайде, разработчик и лидер своей ниши нашего собственного уникального программного обеспечения для любых конечных устройств, независимо от возраста, бренда. И также наш софт помогает и позволяет управлять парком конечных точек. С нами можно легко унифицировать и сделать более удобным в управлении любую виртуальную инфраструктуру. А также можно переиспользовать и преобразовывать любое старое оборудование и персональные компьютеры в тонкие клиенты. Мы здесь, чтобы облегчить ведение бизнеса и сделать управление IT-парком устройств легким и эффективным. Позволяем снижать затраты на обслуживание, замену устаревшего оборудования. И то, что наш софт базируется на Linux, то, что мы поддерживаем передовые VPN-клиенты, всем этим мы пытаемся донести, что мы заботимся о безопасности компаний. И своим решением мы стремимся упростить ведение такой важной основополагающей части бизнеса, как IT-инфраструктура. На этом слайде мы видим все наши продукты, которые мы выпускаем. NoTouch OS – наша ультрасовременная разработка, операционная система, созданная на Linux, и она может устанавливаться на любые конечные устройства. И даже на архитектуры x86, ARM, на устройства Raspberry Pi. Этот софт позволяет превратить любой старый ПК или тонкий клиент, или ноутбук, или Raspberry Pi в безопасную и централизованно управляемую конечную точку при разворачивании VDI. Также доступна с нашей системой управления, да, NoTouch Center, доступно мгновенное разворачивание NoTouch OS на тысячах устройств и управление ими из одного браузера, вне зависимости от расстояния.
Но Touch-центр, наша платформа управления, она автоматически включена в состав лицензии No Touch. Как вы знаете, что дать доступ к VDI-инфраструктуре – это одно, а контролировать и дистанционно управлять настройками, решать проблемы каждого удаленного пользователя, своевременно помогать и ассистировать – это более важные функциональности, которые дает наш центр управления. No Touch Go – это наше бьет-устройство Brinclear Arm Device, которое уже идет с предустановленной операционной системой и позволяет разворачивать удаленное рабочее место сотруднику через LiveBoot и осуществлять дистанционный контроль и управление. Но то же самое мы позволяем делать с любой USB-шкой. Можно пользоваться любой USB-стик. No Touch IoT – это то же самое решение No Touch, но установленное на устройство интернета вещей. Девайсы будут управляться, контролироваться и автоматизированы из нашего центра управления, что значительно облегчает разворачивание IoT-инфраструктуры. Следующий у нас продукт – это No Touch Cloud. И это наше облачное решение, которое позволяет компаниям разворачивать свою виртуальную инфраструктуру и управлять парком своих именно разрозненных устройств, находящихся в разных точках страны или мира. И опять же, все это может быть сделано на вашем внутреннем хосте, на любом арендованном или на нашем предлагаемом решении. StrataDesk Cloud Extension – это наш solution, который помогает компаниям, у которых, допустим, строгие политики безопасности, да, разворачивать рабочие столы удаленные, да, вот как в наше время сейчас все работают удаленно, со специально безопасным дополнительным туннелем, где не требуется VPN. А и также можно спокойно всеми управлять из одного места одним специалистом. Вот такой краткий обзор наших продуктов. Мы поддерживаем основные существующие VDI-платформы, такие как VMware, Citrix, Windows Virtual Desktop, Amazon Workspace, Nutanix, Microsoft RDS. Разные соединения через браузер. Когда вам нужно иметь только приложение для виртуальных рабочих столов, хорошее интернет-соединение, и StrataDesk позволяет легко управлять всей IT-инфраструктурой компании. А теперь переходим к нашему главному продукту. No Touch Desktop. Наше ключевое название основного продукта, и которое состоит из операционной системы No Touch OS и решения по управлению номер один No Touch Center для конечных устройств и тонких клиентов в мире. Наш основной продукт создан на Linux, и поэтому это максимально безопасная операционная система, не требующая дополнений, как антивирусы или других приложений, отвечающих за безопасность. И теперь расскажу, почему мы лидеры в своей области. Потому что мы единственные, кто позволяет строить виртуальную инфраструктуру на любых по возрасту, виду и бренду конечных устройств. И даже на архитектурах x86 ARM и Raspberry Pi. Плюс мы можем с помощью нашей ОС переназначить старые ПК в тонкие клиенты. И тогда они могут служить почти бесконечно, потому что их ресурс уже не тратится на обслуживание всей персональной системы, и, соответственно, сокращаются инвестиции в закупку новых устройств. Будет отсутствовать надобность придерживания одного бренда. А теперь я расскажу более подробно про нашу операционную систему, которая создана на Linux. Она может быть установлена на любое конечное устройство. Она полностью аппаратно независима и является единственной мультиплатформенной операционной системой для устройств на базе x86, ARM, Raspberry Pi и других. Наша операционная система включает в себя все основные предпочитаемые клиенты VDI, наиболее востребованные VPN-решения, а также включает возможность подключения к частным и публичным облакам и виртуальным рабочим столам Windows. Также можно, допустим, с нашей ОС конвертировать любые ПК, ноутбуки, тонкие клиенты и устройства Raspberry Pi в тонкие конечные точки. Можно развернуть нашу операционную систему на 1000 устройств мгновенно и разными способами, о чем мои коллеги чуть позже расскажут. Мы поддерживаем важнейшие функции здравоохранения, как имприваты, ФУЗ и также аутентификацию отпечатка пальца. С нами возможен доступ к облачной серверной инфраструктуре, например, как Citrix XSynapse, Citrix Desktop и другим. Ну и главное то, что можно переназначить, перепрофилировать новые существующие конечные устройства, что приводит к тому, что не нужно затрачиваться на приобретение нового оборудования. Высокая степень безопасности дает возможность защиты своего VDI от хакеров, вирусов и других угроз. No Touch Center – наша платформа управления, которая позволяет управлять тысячами тонких клиентов и другими конечными устройствами, разными по возрасту и бренду, из одного простого в использовании центра управления. И какие же фичи доступны в нашей платформе? Например, легко управлять и оперировать настройками в основной панели одним специалистом. Позже ребята покажут воочию при демонстрации.
Можно, например, легко создавать группы и подгруппы, подразделяя на разные функциональности и особенности, разделяя на города и под офисы, то есть совершенно уникально кастомизированную, как вам удобно и нужно, в соответствии с требованиями. Очень просто настраивать и синхронизировать в соответствии с политиками компании под любые нужды. И также распределение ролей, мониторинг, шедоинг, да, управление каждым устройством или всей группы. Все это легко делается одним человеком из одного места, из одного дашборда. А это наш такой очень основной концептуальный визуальный слайд One Page Solution, на котором видно, да, что, как, что такое есть Notch OS, наша операционная система, да, как она позволяет управлять совершенно разными устройствами, что такое Notch Center, наша платформа управления. А главное, что мы здесь можем видеть, это преимущество StratoDesk. И если кому захочется потом детально рассмотреть, да, картиночку, то после вебинара можно попросить, и мы вам перешлем. Там почта, мои контакты, телефоны, почта указаны, будут указаны в конце презентации, либо через организатора Сергея написать запрос, он мне перешлет. И вопросы, запросы, картиночку, презентацию, все можем предоставить. Немножко уделю внимание преимуществам, да, то, что у нас как бы любое аппаратное обеспечение, любые девайсы мы поддерживаем, любые платформы, облачные решения, то с нами легко развернуть и использовать, поскольку мы поддерживаем несколько вариантов разворачивания операционной системы на девайсе. Легко и очень гибко управлять одним специалистом до 100 тысяч устройств. Безопасность, потому что мы базируемся на Linux, плюс поддерживаем всех основных клиентов и партнеров, которые существуют в этом мире. Масштабируемость, переиспользование старых ПК в тонкие клиенты, ну, соединение управления, вообще работа из любой точки мира и лояльная служба поддержки, ориентация на клиента. Наша компания не является мультипродуктовой, мы не ориентируемся, как наши конкуренты, на производство и разработку другого оборудования, там, серверного, железа и так далее. Мы сконцентрированы только на разработку софта, поэтому мы очень много уделяем времени нашей поддержке и клиентам, если в случае надобности такое возникает. И финансовые преимущества, как бы здесь показано, как можно сэкономить инвестиции, расходы. Опять же, позже мы это можем более детально рассмотреть. Как мы обеспечиваем удаленную работу? С помощью нашей системы управления разнообразным парком конечных устройств, на которых установлена Notch OS и является сама по себе безопасной за Linux основы, с помощью выделенного расширения Cloud Extension, которое дополнительно создает туннель безопасности для тысяч устройств компаний, которые разбросаны по домам удаленных сотрудников. И если требуется поддержка VPN, то у нас включены 7 основных клиентов. Позже скажу, какие. И с помощью USB-устройства и предустановленного на него Notch OS можно развернуть дома виртуальное рабочее место с сохраненными настройками безопасности вашей компании, как того требуется. И теперь удаляемся более детально в наше решение по удаленной работе. Cloud Extension. С помощью нашего решения мы можем расширить возможности управления конечными точками Notch Center через банально стандартное подключение к интернету для устройств, где бы они ни находились. То есть главное, чтобы был интернет. Здесь на картиночке мы видим три простых варианта реализации. Это решение является идеальным для простого подключения к конечным точкам в удаленных местах или к тем, которые используются мобильными сотрудниками, и при этом сохраняя все высокие требования безопасности внутри компании. И что мы имеем, если мы добавляем это расширение Cloud Extension? Можно будет исключить VPN и выделенные линии с помощью одного виртуального маршрута со StratoDesk Notch Center. Также доступно развертывание конечной точки с установленной Notch в удаленных местах. И это приводит к тому, что не нужно тратить бесчисленное количество IT-ресурсов для ручной настройки управления разнородными разбросанными устройствами. Также безопасный протокол на основе HTTPS шифрует конфиденциальную связь между управлением и конечными точками. Также там у нас сертификаты авторизуют и аутентифицируют все соединения. Совершенно безопасная и передавая программную архитектуру в сочетании с возможностью вносить изменения в режиме реального времени, если нужны какие-либо изменения. Это решение, да, Cloud Extension, развертывается или локально, или в вашем частном или общедоступном облаке, или может быть размещен на нашем облачном решении, нашем StratoDesk. С помощью всего перечисленного мы можем решить практически любой сценарий корпоративного безопасного использования. Notch Go. Этим решением, как бы, это такое устройство Notch Go, которое пока в России у нас недоступно. Но, как я уже говорила, мы можем осуществить эту функцию с помощью любого USB-девайса. То есть удобство переноса своего рабочего места в любую другую локацию
с помощью USB-стика, да, нашего решения No Touch Go, и вариантами развертывания через LiveBoot или инсталлер. Все это дает удобство в сохранении безопасной удаленной работы. VPN-поддержка. Наша компания на сегодняшний день поддерживает 7 клиентов, всем вам известного протокола безопасности VPN. И если таковое требуется для осуществления удаленной работы, мы предоставляем этот способ для поддержания осуществления деятельности компании, кому нужно отправить работников на удаленку. Корпоративное дополнение. Если к нам есть запрос с особыми требованиями безопасности, то мы предоставляем дополнительное расширение по Disk Inscription и Network Manager Plus. И сфера. В любой сфере, независимо от профиля, мы удовлетворяем запросы компании, стараемся удовлетворить по сохранению и осуществлению удаленной деятельности сотрудников. И поддерживаем все необходимые требования к безопасности внутренних процессов. Мы применимы в любую IT-инфраструктуру. Наши технологические партнеры. У нас более 40, ну, наверное, даже уже более 50 технологических партнеров, и поэтому все обновления, апдейты мы вносим в программное обеспечение в считанные дни, что позволяет пользователям быть обновленными первыми и идти в ногу с прогрессом. Мы поддерживаем любые виртуальные решения, VDI, DAS, IoT, и упрощаем централизованное управление любым парком устройств, сокращая затраты на инвестиции и новое оборудование. И необходимость обновления сторонних операционных систем и средств защиты тоже освобождаются наши заказчики, потому что этого не требуется с нами, потому что у нас заключены договора со всеми указанными партнерами, и вы первыми получаете там 3-5 дней все необходимые обновления. Это заключительный слайд, на котором видны контакты. В случае любых вопросов обращайтесь, либо пишите через Сергея. На этой как бы заключительной своей ноте я передаю слово Алексею Петрову. Коллеги, всем доброго дня. Меня зовут Алексей. Я технический консультант компании Оля. А сегодня хотел показать вам, в общем-то, мы послушали, что такое Stratodesk. И сегодня я хотел показать вам, что он из себя представляет. И, наверное, нас немножко подогрела существующая обстановка в мире, почему мы собрались именно по этой теме. Потому что, с одной стороны, Stratodesk как система и архитектура – это прекрасное решение для времен, когда работает все хорошо, когда у нас нет никаких вирусов, когда у нас сотрудники работают в офисах, а не дома. Даже в этом режиме мы получаем, на самом деле, выдающуюся систему, и мы увидим, почему. Но в текущей ситуации, вы все знаете, сейчас очень много компаний срочно пытаются перейти в онлайн, вот, ищут решения, особенно если у них нет таковых. И с одной стороны, ну, Stratodesk, он сам по себе не предоставит вам там виртуализацию или удаленный доступ, то есть вам все равно нужно там, Citrix самое лучшее решение будет, да, то есть, например, я сейчас вам вещаю со своего домашнего компьютера, точнее, я сижу дома, вы видите содержимое моего рабочего компьютера, то есть я подключен удаленно через Citrix, вот, прекрасно себя чувствую, работаю там и с графикой, и с дизайном. Вот. Но, например, скажем, вот у нас Citrix в обычной ситуации, помимо того, что мы можем разворачивать виртуализацию на каких-то корпоративных устройствах, у нас давно уже существует такое понятие, как BYOD, да, то есть Bring Your Own Device, то есть устройство, которым пользователь пришел, свое личное устройство. И, в принципе, мы на эту вещь, ну, как бы посматривали, ну, классно, что есть, вот, но особо, наверное, внимания не обращали. А вот ситуации сегодняшнего дня, по большому счету, когда все офисы переехали домой и все заходят в корпоративную сеть именно со своих устройств, то получается основное подавляющее большинство устройств, это именно устройства непонятного происхождения. И это сразу вызывает массу проблем, потому что пользователю надо понимать, куда заходить, как заходить, а если есть какой-то VPN, а если там заморочки с сертификатами, а пользователь представляет себе бухгалтера, который умеет только Excel пользоваться, и ему все это настраивать, ну, вообще никак. Нет у него никакой возможности. Соответственно, Stratodesk со своими решениями, которые позволяют вам и переделать насовсем, и переделать только на время пользования вашим устройством. То есть ваше устройство может превратиться в полноценный тонкий клиент, которому пользователь не должен, то есть который пользователь не должен никаким образом настраивать. То есть он, например, получает от администратора флешку, вставляет эту флешку в компьютер, там или в тонкий клиент, и просто грузится с этой флешки, и на флешке уже все прописано.
На флешке прописано, если, например, вот, ну, вернувшись к этому слайду, буквально пару слов, еще раз скажем, вот вы услышали, что есть некая концепция Startodesk, есть некая платформа NoTouch. NoTouch, вот это слово у нас мелькает, там и NoTouch OS есть, NoTouch Center есть. По сути, вот NoTouch OS, если еще раз как бы пробежаться, ну, суммируя, NoTouch OS – это именно та операционная система, которая основана на Linux, которая устанавливается на конечное устройство, на тонкие клиенты, на компьютеры. NoTouch Center – это управляющая среда. Соответственно, как бы вот вся эта платформа работает под эгидой NoTouch. Если чуть-чуть более структурно посмотреть, что это все из себя представляет, то мы видим примерно следующую картину. То есть в качестве конечных устройств мы подразумеваем огромное количество практически любых x86 устройств, причем неважно там их действительно возраст, то есть плюс-минус 10 лет эти устройства должны работать хорошо. Точно так же подразумевается практически весь парк ARM устройств и их собратьев Raspberry Pi. То есть Raspberry Pi 3, 4, все эти устройства сейчас поддерживаются. И на эти устройства, то есть сам NoTouch OS, он, соответственно, накладывается как операционная система. То есть то, что мы называем десктоп, NoTouch Desktop, это совокупность, ну, некого железа крайне маломощного и NoTouch OS сверху, как Linux операционка. А NoTouch Center слева, это в первую очередь виртуальный appliance, то есть это виртуальная машина, которую скачивается, например, в формате UVF, UVA там для Citrix VMware гипервизоров и в формате VHD для Hyper-V. Ну, там примерно, если вот кому интересно, мне все-таки сказали, что среди нас, наверное, будут больше инженеров, то есть сразу все понимаем, что не так уж много ей требуется, буквально 4 там виртуальных процессора, 4 гигабайта оперативы, 40 гигабайт диска. И, то есть у нас есть виртуальный appliance, поверх него стоит вот сам софт, само программное обеспечение NoTouch Center, который, по сути, ну, для нас, как для администратора, это веб-бейст приложение. И вот между этими устройствами происходит, ну, некая магия, некое общение, которое позволяет нам, ну, собственно, пользоваться всей этой структурой. И что же такого особенного? Потому что, ну, во-первых, и тонких клиентов масса, и операционных систем, на которых работают тонкие клиенты, масса. И все более-менее уважающие себя производители, они так или иначе, ну, предлагают какую-то систему управления к своим тонким клиентам. И вроде как все это есть, но вы никогда не встретите, вот с уверенностью можно сказать, ни одного производителя систему управления, которая предоставляет вам такое количество настроек, такую глубину кастомизации и конфигурации, которую вы можете получить в Startodesk. То есть, по большому счету, здесь вот красненьким выделено, но это просто тут буквально из, не знаю, 200, например, функций, там 5-7 можно выделить. Основное преимущество – это глубина конфигурации и менеджмента, это возможность автоназначения таким образом, чтобы новые устройства, которые просто появились в сети, у которых прописано, куда нужно обращаться, когда они просто вот интернет почуяли, они уже знают, куда им нужно писать, чтобы получить свои настройки, чтобы получить свои политики, чтобы получить свои обновления. И, соответственно, происходит это, ну, абсолютно автоматически, то есть это можно настроить, прописать все правила. Как именно это делается, мы посмотрим. И сам вот этот процесс, он также происходит, ну, в разных режимах. То есть у вас на вашем устройстве NoTouch OS может быть предустановлена, например, там с ISO-шника. Она туда может быть установлена, централизована через политики безопасности, там MSI-пакетами. А у вас они могут централизованно грузиться по сети. У вас просто, например, в DHCP там прописаны опции, которые раздаются на устройство, и устройство знает, куда им бежать, чтобы грузиться по сети. Грузиться они могут, как получая установщик операционки, то есть вы просто имеете парк 100 устройств, все их воткнули, включили, они постучались куда им надо, и на них скачались дистрибутивы, они сразу превратились в постоянные тонкие клиенты. Либо вы можете точно так же по сети, например, подключиться к серверу и получить от него операционку в лайв-режиме на время пользования. То есть пока вы используете устройство, вы работаете в Startodesk, перезагрузили, загрузились там не из сети, вернулись в свой обычный компьютер. И, соответственно, смотрите, я не буду вас мучить презентации, а постараюсь, ну, побольше показать именно живых настроек. Я просто
Еще раз повторюсь, вот Knowtouch Center, то, на что, в общем-то, будет направлен весь наш взор в этой демонстрации, он состоит из двух частей. Это виртуальный appliance и Knowtouch Center как консоль управления. Соответственно, если мы перейдем в нашу демо-среду, в данном случае, не вдаваясь в подробности, это небольшое Citrix-развертывание, есть домен, есть delivery-контроллер Citrix, есть Startodesk, центр управления, есть несколько тонких клиентов. Вот, это все развернуто на гипервизоре. И, соответственно, мы попробуем этим немножко покрутить, поуправлять. И первое, с чего я хотел начать, это именно вот эти вот два окошка, которые представляют из себя две ипостаси Knowtouch-центра. Первое, на чем все основывается, это то есть непосредственно сам виртуальный appliance. И в первую очередь я буквально пробегусь немножко по этим менюшкам, потому что, смотрите, вот в начале, например, вот вы все слышите, что вот есть некий Stratodesk, и что он какой-то замечательный. И вот сказать, что он замечательный, потому что вот то-то и то-то, какие-то 2-3 киллер-фичи, там, ну, нельзя сказать. Stratodesk замечательный, потому что у него 200 очень хороших фич, да, то есть у него вот эта вот глубина возможностей настройки, она настолько большая, что именно это может привлечь вас в ваших проектах, вас как партнера, вас как, может быть, заказчика. И, соответственно, этим я и буду заниматься. То есть я постараюсь вам показать то, что вы, может быть, не знали, что здесь можно настроить, и, может быть, не знали, что такие вещи, ну, например, здесь есть, а у кого-то нет. То есть в первую очередь, естественно, центральная точка, она может выступать как хранилище образов для обновления операционных систем, для обновления прошивок. А в данном случае Stratodesk, вы видите, вот здесь уже загружен некий образ, и он состоит из нескольких частей. Stratodesk, он свои обновления имеет в нескольких видах. С одной стороны, это может быть обновление операционки, то есть если у вас уже устройство имеет операционную систему, ему нужно отправить небольшое обновление. С другой стороны, на какое-то устройство нужно установить операционку. Соответственно, пакет этот будет большего размера, это будет другой пакет. Соответственно, эти оба пакета загружаются сюда. Здесь же это все может храниться в сколь угодно большом объеме. Вы просто потом будете выбирать, для какого устройства, какой из образов устанавливать. Образа имеют свою некую мнемонику, где человек, знающий, может понять, для каких серий, для каких устройств, какой версии этот образ предназначен. Соответственно, я, наверное, одно лирическое отступление сделаю. В какой-то момент я сказал, что все вот эти вот на Knowtouch десктоп устройства, они знают, просто подключившись в сеть, куда им идти, куда им стучаться. Знают они это потому, что вот у этого устройства Knowtouch Center, у него с завода идет хостнейм TCMGR, TCMGR. И вот этот хостнейм вам, как администратору, перед тем, как это все запустить, нужно прописать DNS. То есть каждое конечное устройство, оно будет всегда искать именно хостнейм TCMGR в DNS, который им доступен, и, соответственно, получит IP-адрес и попадет именно на Knowtouch Center. Имя это менять можно, но не рекомендуется. По крайней мере, так советуют сам вендор. FileStore. FileStore, ну, скажем, в данном случае это не интерактивная менюшка, это больше вам рассказать и показать, что и где на этом appliance может лежать. Как минимум, можете заметить, что appliance может выступать как WebDAV шара, то есть ресурс, который может раздавать свое содержимое при обращении по сети, либо он, в принципе, может выступать как CIF шара, то есть какие-то элементы можно положить, скачать, не знаю, удалить, просто зайдя на этот элемент как на CIF шару. Что касается, например, PXE, да, то есть загрузки по сети, то есть есть компоненты, которые, с одной стороны, нам позволяют эту функцию там включить-выключить, то есть, например, некоторые варианты, когда в инфраструктуре запрещено иметь подобного рода системы включенные, и вы, в принципе, предполагаете разворачивать свои операционные системы каким-то образом другим. Так или иначе, есть настроечка, можно включить-выключить, вам она дружелюбно расскажет, какие опции в вашем DHCP вам нужно настроить, прямо с указанием конкретного IP, с указанием конкретных названий файликов, которые будут доступны для конечных устройств с обычным BIOS, либо конечных устройств с UEFI. Соответственно, вот эта вот конфигурация волшебная, про которую я рассказывал, она также имеет свои определенные настройки. То есть вы можете назначить
какой образ по умолчанию будет доступен устройствам, будет доступна их реакция, то есть насколько, то есть через 5 ли секунд, например, они начнут что-то устанавливать после того, как они постучатся на ресурс. Есть вариант, например, когда вы вот подобным образом настроили, то есть здесь буквально все по дефолту. Единственное, здесь вот уже загружен этот образ в двух ипостасях. Здесь есть установщик и прошивка. В данном ключе у вас устройства будут грузиться в лайф-режиме. Если вы хотите, чтобы они при этом устанавливались, вам нужно будет буквально прописать одну команду автоинстол. Далее, что касается настройки своего виртуального appliance, видим, есть с одной стороны возможность настроить хостнейм, не рекомендуется его менять. Есть возможность настроить прокси, если у вас интернет, например, нужно через прокси прокидывать. NTP настраивает службы включения-выключения SSH SAMB для передачи файлов. Все это присутствует. Есть у нас возможность, если, например, вас не устраивают сами подписанные сертификаты, хотите, чтобы у вас взаимодействие с самим центром, ну, как вот здесь в данном случае, сертификат не самый кошерный, да, то есть можно вставить сертификаты, подписанные какими-то удостоверяющими центрами, более широко признаваемыми. Есть у вас масса настроек по непосредственно фаерволу внутри этой виртуальной машины, то есть, с одной стороны, их трогать вендор не рекомендует, может быть, за исключением ZRConf, TFTP, SSH, SAMBA, то есть если в вашем окружении эти порты должны быть закрыты, всего никакого трафика такого рода не должно быть. Это можно заменить. И, соответственно, здесь же дальше можно поговорить про апдейты. Обновляется данный NoTouch Center, еще раз теперь скажем, в трех ипостасях. С одной стороны, все начинается, если вернуться опять же к слайду, начинается с того, что сам виртуальный appliance, он основан на Ubuntu, 18.04. Соответственно, вот этот Ubuntu, если у вас в NoTouch-центре есть выход в интернет, то по-хорошему, ну, вы можете нажать кнопку Start Update, она запустит обновление самих компонентов ядра Linux. С другой стороны, здесь у нас есть две кнопочки, которые нам позволяют загрузить обновление для виртуального appliance, то есть вот для его подноготной между операционной системой и ПО NoTouch-центра, и, соответственно, можно загрузить обновление на сам NoTouch-центр. Обновление процесс буквально в один клик, то есть мы заходим в менюшку, либо drag-and-drop сюда файлик, dep-файлик с обновлением, либо мы просто выбираем его здесь, ну, в данном случае уже все обновлено, так или иначе. Нажимаете Open, и все, то есть дальше он и загрузится, и установится. И вот эти обновления, они устанавливаются буквально там за считанные секунды. То есть буквально через минуту вы вернетесь обратно в апдейт, и увидите, что у вас обновилась версия там и appliance, и, например, NoTouch-центра. И это даже без перезагрузки. Важная вещь касается такой концепции, скажем, как репликация, которая в данном случае не совсем относится к отказу устойчивости, как вам может показаться. Это больше связано с экономией трафика при широком географическом развертывании. Например, у вас ваше основное устройство NoTouch-центр со всеми образами, которые, ну, все равно весят какие-то гигабайты, оно, например, находится в Москве, и у вас есть офис далеко, да, и, соответственно, чтобы каждый раз, когда кто-то в далеком офисе у вас обновлял эти тонкие клиенты, чтобы по WAN-каналу, по интернет-каналу не слался большой объем информации, вы можете в далеком офисе развернуть второй инстанс такого же NoTouch-центра и настроить его как... как репликант. В том NoTouch-центре вы укажете hostname мастер-ноды, укажете вот такой вот IP-адрес той мастер-ноды. Здесь буквально несколько каких-то совершенно понятных настроек там в плане частоты обновлений. И когда эти два устройства будут знать друг о друге, то между ними постоянно будет настроена репликация таким образом, чтобы вот те самые образа, которые нам, ну, не хотелось бы постоянно таскать по сети, по WAN-каналу, они бы всегда лежали непосредственно в филиале под рукой у того устройства, которое должно быть обновлено. И следующий момент, который также хотелось бы отметить, и перед тем, как рассказать про настройки, я, наверное, перейду к следующему слайду. На этом слайде мы с вами посмотрели, концептуально, структурно, и, в принципе, здесь
скажем, все понятно, если это локальная сеть, если это корпоративная сеть, ну, где-то локальный ЦОД и локальные конечные устройства. Если мы все-таки говорим, особенно в условиях вируса и повсеместной работы в хоум-офис, когда люди сидят далеко за пределами корпоративной сети, то нам, скажем, для управления вот этими устройствами, которые у пользователей могут быть на их стороне, понадобится дополнительный элемент, который называется Cloud Extension. По своей природе Cloud Extension – это не что иное, как просто еще один инстанс Nontouch Center. То есть это точно такой же инстанс Nontouch Center, просто в котором, вот в данном случае, можете видеть, вот 10.10.0.10 – это мой основной Nontouch Center, 10.10.0.11 – это вот тот инстанс, который был превращен в Cloud Extension. Превращается он нажатием буквально двух кнопок. Нужно его включить кнопкой FQ, чтобы он стал в состоянии on и сохраниться. И затем я сейчас быстренько пробегу в меню, о котором я еще пока не рассказывал, но я, по крайней мере, просто быстро покажу, что в настройках Nontouch Center, который основной, вы просто копируете SSH паблик ключ, нажимаете кнопочку копия, вставляете сюда IP-адрес этого экстеншена, и вставляете сюда вот этот ключ. То есть буквально эти три процедуры. FQL, вставить ключ и добавить IP-адрес. Все. Таким образом, у вас, возвращаясь к этим слайдам, вот это устройство, которое у вас, по идее, должно стоять где-то в DMZ, например, оно превращается в Cloud Extension. Я, ну скажем, технически проговорю одну вещь, что здесь вот у этого устройства сетевой интерфейс только один. Вот. Может показаться, что их два, на самом деле он один. Поэтому между этими сетями, между корпоративной сетью и DMZ должны быть какие-то маршруты, то есть устройства в этой сети, они должны иметь возможность попадать в сеть, в которой, например, должен располагаться Cloud Extension. И что происходит? Если на этот единственный его интерфейс настроен какой-нибудь NAT внешнего интерфейса интернет, этот адрес, он прописан на конечных устройствах вместо вот стандартного TC MG-RDNS записи, которую они обычно ищут. То есть вот та флешка, которая превращает эти устройства в конечные точки, либо это просто предустановленные конечные устройства, в них достаточно зайти и прописать всего лишь одну настройку. То есть на флешке она уже будет преднастроена вашими администраторами. Там, ну, если вдруг у вас устройство никем не настроено, а вы уже сидите далеко, но зайдете в менюшку и напишите адрес этого Cloud Extension. То есть там будет, грубо говоря, IP, порт, и это устройство, оно уже автоматически будет через Cloud Extension реверс-проксироваться на корпоративный Nontouch Center. При этом, когда вы включаете вот этот Nontouch Center в режим Cloud Extension, вот этой кнопкой. Если в случае Nontouch Center у нас есть две консоли, ну, я покажу, как в них попадать, то в случае с Cloud Extension консоль Nontouch Center пропадает. То есть Cloud Extension, он единственное, куда вас может пустить, это вот сюда, то есть настройки виртуальной машины. Никаких настроек самих конечных устройств с их ресурсами политики безопасности на Cloud Extension нет. Ну, потому что он все-таки находится уже в более такой уязвимой части. И, соответственно, этот Cloud Extension мы можем разместить как, ну, оставляя здесь в периметре в этом в ЦОДе, можем этот Cloud Extension положить на наше облако по выбору, либо можем положить на облако, которое выбрал для себя StrataDesk, они размещаются в Амазоне. То есть этот Cloud Extension может, например, вам предлагаться как услуга. Я надеюсь, вы не сильно утомились по поводу виртуального appliance. И теперь можно перейти непосредственно к Nontouch Center. Ну или просто, если вам интересно, если просто заходить на само окно логина, то есть в Nontouch Center вы попадаете либо в это окошко, логин вас перенесет в Nontouch Center, либо можно нажать на кнопку мелким шрифтом и попадете в окошко настроек виртуальной машины. Соответственно, Nontouch Center, то есть вот то, чем мы горды как партнеры вендора, горды как дистрибуторы. То есть это та самая сфера, где происходит, ну скажем, вся магия. Основные отличия, основные преимущества Nontouch Center. В первую очередь они заключаются вот в этой области. В этой области мы видим некую иерархию. Эта иерархия состоит из логических единиц, в которые мы объединяем наше устройство. По умолчанию, в данном случае, вот ничего нет. Тем не менее, если только-только устройство появляется в сети,
оно по умолчанию попадает в папочку Unassigned. То есть Touch-центр о нем становится в курсе, что с ним сделать пока непонятно. И с одной стороны у нас есть возможность вручную это устройство, например, перенести в группу 1, или вот, если чуть более понятно, можно сказать, есть группа Россия, в группе есть подгруппы Москва и Санкт-Петербург. Что нам это дает? Каждая группа, она с одной стороны, помимо ручного режима, обладает возможностью автоназначения. То есть в данном случае вы видите список параметров или фильтров, по которым устройства могут автоматически падать в эту группу. Например, вы можете назначить некий паттерн со звездочкой, что вот вы знаете, что 10 устройств там, ваших бухгалтеров, они начинаются там с букв НТД, там БУХ, например, да? Вы вот сюда ввели этот паттерн, и, соответственно, все эти устройства, они как только появятся в сети, они сразу упадут, например, в папку «Россия». Помимо настроек вот этого автоассайнмента, в каждой группе она несет сам набор настроек. И, по сути, вот то, что сейчас, вы видите, кто-то может быть первый раз, кто-то может быть не в первый раз, но я вам напомню, это, по сути, как раз вот то, что вам больше всего должно быть интересно. Это, скажем, если вот открыть все настройки, в данном случае вы видите, Stratodesk нам предоставляет возможность категоризации этих настроек. Можете посмотреть на ползунок справа, как медленно он скроллится. То есть настроек, которые вы можете назначить на своих устройствах, настолько много, что их тут даже просто отскроллить очень сложно, поэтому они все разложены по категориям. И невозможно, естественно, даже сейчас пробежаться по всем. Тем не менее, все, что касается каких-то основных манипуляций с устройствами. Например, там назначение менеджмент адресов, назначение тех операционных систем, тех обновлений, которые должны будут на эти устройства накатиться. То есть в данном случае можно выбрать, например, образ. Каким образом эти обновления накатываются? Какие из аудиоустройств на устройстве задействованы, там HDMI, DisplayPort, USB и так далее. Одних только настроек самого здесь огромное количество. То есть настройки, что касается дисплеев, потому что к конечному устройству может быть подключен один дисплей, два дисплея, отображать их во всю ширину, клонировать или еще каким-то образом. Скринсейверы, обои рабочего стола. То есть вы конечное свое устройство можете брендировать таким образом, чтобы у вас обои рабочего стола были какие-то уникальные. Все, что касается принтеров, драйверов, проброса USB-устройств. Все, что касается хоткеев. То есть в данном случае есть масса функций, которые могут или не должны работать на тонких клиентах, которые вы хотите ограничивать, которые связаны с взаимодействием с Linux-системой. То есть эти хоткеи, которые здесь перечислены, эти функции, которые они обозначают, там, показать, скрыть какое-нибудь окно, там, повысить, там, уменьшить, не знаю, звук, все это настраивается. Настраивается огромное количество всевозможных сетевых настроек, в том числе настраивается. Вот были кейсы, когда коллеги искали именно систему управления, которая позволяла бы настраивать подключение тонких клиентов в сетях с аутентификацией 802.1x. То есть натыкались, что мы сравнивали с другими системами, где не хватало настроек, которые были необходимы заказчику. Здесь этих настроек, вы видите, просто огромное множество. Говоря про сетевые настройки, Юля также в своей презентации, может быть, я сдвинусь еще на один слайд вперед, напомню, что ваши устройства, помимо того, что, в принципе, могут просто через интернет, через HTTPS попадать в ресурсы корпоративные ваши, вы можете воспользоваться также какими-то существующими дополнительными VPN-клиентами, VPN-системами. Вот это количество VPN-систем поддерживается на данный момент. И они, естественно, не просто поддерживаются, они имеют огромное множество своих настроек. То есть вот вы видите, например, Cisco VPN, что относится к Cisco VPN, Open Connect, то есть вот там сертификаты. То есть на каждую разновидность вот этих VPN
систем есть свои настройки. Поэтому, не знаю, я даже вам просто рассказываю, я уже немножко так ошеломлен, сколько здесь есть всего, сколько я себе всего выписал, хотел рассказать, и сколько рассказать не получается просто по времени. Тем не менее, ну, элементарно такие вещи, как запрет USB-портов, либо blacklists, либо whitelists. Можете настраивать whitelists, какие флешки должны срабатывать, какие флешки не должны срабатывать. То есть настраивать можно массу-массу всего. И возвращаясь вот опять же к нашему древовидному вот этому устройству иерархии, в чем опять же удобство? Удобство заключается в том, что эти настройки, они имеют ну, иерархическую природу, то есть они наследуются. То есть у вас на группу Россия может быть один минимальный набор настроек, а в более частных группах, например, в группе Москва, у вас может быть другой, более узкий набор настроек, который, с одной стороны, будет включать уже все настройки с группы Россия, с другой стороны, он будет иметь какие-то свои настройки. То есть в данном случае, например, в группе Москва мы видим, что не дефолтных на нее приехало вот это количество настроек, но в самой группе Москве мы можем посмотреть, что задана только тайм-зона одна. И, собственно, помимо настроек, мы в этой иерархии видим сами устройства. То есть в данном случае NTO S02, NTO S05 – это тонкие клиенты, которые развернуты на гипервизоре локально, и мы видим их состояние, они у нас онлайн, мы видим их IP-адреса. Многие настройки мы можем назначить им отдельно, не взирая на групповые настройки. К этим устройствам мы можем подключиться, то есть с одной стороны мы можем подключиться, вот, например, там, к пятому устройству можем подключиться через shadowing. Режим shadowing – это непосредственно доступ к рабочему столу, к рабочему месту вашего тонкого клиента. То есть в данном случае за пару кликов мы видим, что на данном… То есть это вот то, как выглядит, собственно, Stratodesk-система, это то, как выглядит NoTouch OS. Это минимальное окружение, не знаю, вкл-выкл и набор тех соединений, тех ресурсов, которые в данном случае для этого устройства назначены. Помимо шедуинга, например, если вы не хотите пугать пользователя спонтанными движениями мышки, и при этом, естественно, вы можете настроить так, что у вас шедуинг будет спрашивать, а можно ли администратор сейчас поковыряется у вас на тонком клиенте, вы можете подключиться непосредственно к самому тонкому клиенту в виде его веб-консоли с его настройками. То есть в данном случае я подключился через WebAccess, я не вижу рабочего стола, я вижу просто список меню, список настроек, которые соответствуют данному тонкому клиенту, включая, например, информацию абсолютно исчерпывающую, которая мне показывает там все, что на нем настроено, включено, установлено в виде софтвера или хардвера. То есть если вдруг что-то у нас не стыкуется по групповым политикам, идем сразу на устройство и смотрим, а что там по факту сейчас работает. И, соответственно, помимо того, что мы устройство можем каким-то образом настроить, чтобы оно нам соответствовало политикам безопасности и делало то, что оно должно делать, и не делало того, что не должно, есть такая, скажем, сущность, которая у Stratodesk называется connection или соединение. Это можно обозначить как приложение, либо это можно обозначить как VDI. То есть это некий ресурс, который мы можем настроить. В данном случае вот для группы 5 у нас назначено настроено три ресурса. Настраиваются они, ну, буквально на кнопку нажатия New Connection, и мы еще здесь один ресурс такой создадим. Но буквально бегло посмотреть, что это из себя представляет. В первую очередь, когда вы создаете connection, вы задаете тип. Этот тип может быть ссылка в браузере, например, там, в Firefox. Это может быть Chromium движок, который вы будете использовать для доступа, например, к сторфронту, к вашим приложениям. И к этому движку Chromium будет уже Workspace App прикручен. Это может быть ресурс уже типа Workspace App. Это может быть ресурс типа Workspace Hub, который преобразует ваше Raspberry Pi устройство, о которых мы, к сожалению, сегодня не успели поговорить, но, наверное, уже не успеем. То есть Workspace Hub – это устройство на базе Raspberry Pi, которое себе несет функционал, позволяющий быстро перекидывая, скажем, пользователя сессию со своего там телефона, на котором он аутентифицировался, у него там уже запущены какие-то ресурсы, он ехал в метро с телефоном, к работе готовился, пришел в офис, там, например, отсканировал QR-код на своем клиенте, у него на мониторе будет QR-код, либо просто положил рядышком телефон, его сессия перелетела магическим образом на тонкий клиент.
Ушел из офиса, пальчиками смахнул, сессия тоже потерялась. Помимо этого, здесь вот этих типов ресурсов или подключений, пути, SSH, RDP, здесь огромная масса. Соответственно, это может быть, например, окошко со сторфронтом. Это может быть, например, Workspace App, где буквально прописали username, password, домен, прописали местоположение сторфронта. И вот буквально настроив вот эти вот несколько галочек, если мы вернемся вот к этому устройству нашему, вот эти вот ресурсы, они у нас появляются, ну вот как такие ярлычки. То есть нажмем на калькулятор. Калькулятор у нас настроен как ресурс Workspace App с указанием конкретно приложения. То есть он должен запуститься как отдельное приложение. Пока он думает, он может думать еще долго, я предлагаю быстренько создать еще одно. Еще один ресурс, мы назовем его Notepad. То есть вот буквально вы выбираете, мы хотим, чтобы это был ресурс Workspace App. Мы знаем, что user 1, буквально ввели имя пользователя, пароль, ввели ваш домен. И здесь вот в настройках этого Workspace App ресурса мы буквально вводим адрес, где находится Storefront. И как вариант, если мы сюда ничего не введем, мы получим просто Workspace App со списком приложений, либо мы можем ввести сюда название самого приложения, если мы точно знаем, как оно называется. И вот я сейчас вносил какие-то изменения, вы видите, что я нигде не нажимал никаких кнопок Save или OK. То есть все изменения в Stratodesk, они сразу сохраняются. Но чтобы эти изменения перешли, анонсировались на устройство, мы нажимаем на кнопку Announce. Нажали на кнопку Announce. Сразу бежим на вот этот тонкий клиент. И сейчас, то есть, ну, обычно этот тонкий клиент, он моргает, получает какие-то настройки. Вот он сейчас моргнул, было 3 ресурса, стало 4 ресурса. Давайте сейчас попробуем запустить Workspace App. Немножко он там поднапрягся, тем не менее. Вот так выглядит Workspace App в реализации Linux Stratodesk. То есть это список ресурсов, которые для пользователя доступны. Там есть приложение, можем 2 раза кликнуть, например, открыть VDI, десктоп. Ну вот у нас уже грузится, ну вот мы попали на Windows десктоп, все довольно быстренько, шустренько. Точно так же просто дисконнектимся. Ну и тот самый Notepad ресурс, наверное, все-таки нас должен порадовать. Если мы его попытаемся открыть, то он у нас запускается просто как Simos приложение. То есть, в принципе, ну, можете либо через Workspace App, можете либо натыкать себе ярлычков приложений, которые обычно используете. Вот, коллеги, 12 часов. Пробегаясь по шпаргалкам, у меня написано еще, наверное, половина того, что я хотел рассказать. Сергей, вот как нам лучше поспрашивать, если есть какие-то вопросы? Да, или... давай, наверное, сейчас перейдем к вопросам. Может быть, в результате каких-то вопросов у тебя будет возможность еще что-то продемонстрировать. Значит, смотри, из тех вопросов, которые были, такой вопрос. Есть ли поддержка iOS или Android для того, чтобы можно было удаленно шедуить мобильные устройства? Ну, я ответил, что скорее всего нет, но давай так, поскольку вы специалист, ты и Пол, вот вопрос, наверное, к вам. А здесь, наверное, вопрос не совсем корректен, потому что, ну, мы шедуем NoTouch OS, да, то есть мы... Как бы мы из устройства, которое, может быть, там до этого было Linux, Windows, ну, может быть, даже там еще чем-нибудь, мы из него делаем другое устройство. Мы из него делаем устройство на базе Linux NoTouchOS и к нему подключаемся и его шедуем. Просто подключаться к другой операционке, которая не имеет отношения к Stratodesk, это некорректно. Ну, вот я приблизительно так же сказал, что это немножко другой класс решений и, соответственно, не совсем то, о чем коллеги подумали. Здесь больше, наверное, имело бы смысл такой вопрос, когда речь шла про управление мобильными устройствами. Клиента Stratodesk, у пользователя, внешнего белого IP нет. Он, там, клиент находится за NAT. Поддерживается ли реверс VNC через новый VNC? Это поддерживается. Поддерживается, по крайней мере, на бумаге. То есть, ну, значит, надо настраивать, да. Так, да, то есть белый IP, сейчас... он должен быть только на Cloud Extension. Где был мой простой слайд? То есть вот на этом Cloud Extension белый IP. Да. Хорошо. Михаил Емельянчик просит включить микрофон, чтобы он мог задать вопрос. Михаил, я вам включил микрофон.
Задавайте. Мы Прием, да. попробуем. Добрый день Да. всем, коллеги. Смотрите, я про мобильные устройства хотел, как бы так сказать, скорректировать вопрос. Вот в плане имеется в виду, вот можно ли с мобильного устройства, допустим, там iOS, Android, зайти вот на тот же сайт, допустим, там какой-нибудь хотите пресс, и чтобы там, допустим, раскрылся рабочий стол в этом плане. Ну, скажем так, если Спасибо. Речь идет про технологии Citrix, то, конечно, можно. Да, можно взять, поставить на iOS, на Android Citrix Receiver, либо пойти через браузер и технологию HTML5 зайти. Вопрос в том, каким образом тут StratoDesk может быть использован. Ну, давай, Алексей, попробуй. Можно ли что-то сделать так, чтобы ходить с мобильного устройства куда-то на StratoDesk, а может быть, на тонкий клиент, чтобы оттуда ходить уже дальше в инфраструктуру Virtual Apps and Desktops? Ну, вообще, Сергей сказал абсолютно правильно, потому что, с одной стороны, вас, ну, никто не принуждает использовать StratoDesk. Вы просто можете использовать Workspace App, установленный на свой телефон, там, на свой компьютер, или заходить через браузер и пользоваться виртуализацией Citrix или, может быть, ну, еще какой-то, без StratoDesk, просто вот средствами самой виртуализации. А StratoDesk, вот, он вам именно как бы будет любопытен, если вы хотите свое устройство преобразовать во что-то. То есть оно было там непонятной природы самой по себе, а вы можете сделать так, что оно загрузится в другую операционку, оно будет совершенно другим, ну, для вас. Это уже, там, скажем, я не могу сказать, что это невозможно на телефоне сделать. Наверное, это можно, но хотя это, в принципе, особо, наверное, не рассматривается. То есть, в принципе, это ПК, тонкие клиенты, Zero клиенты и Raspberry Pi. Вот. А вот так, чтобы прямо телефоны преобразовывать во что-то. Совсем так, из области фантастики. Да, есть дома большой. Сейчас, особенно учитывая, что все сейчас еще и детей посадили на карантин, на домашнее обучение, то количество устройств дома все-таки, наверное, ограничено. А можно ли взять флешку, например, беспроводную клавиатуру и попытаться с флешки загрузить, там, не знаю, Smart TV, так, чтобы он стал клиентом StratoDesk? Ну, вообще... Вообще, вот если вернуться к этому слайду, то здесь вот упоминается вот устройство, которое, ну, скажем, на уровне флешки существует, но, может быть, это какая-то операционочка там, либо вот есть Intel NUC, да, то есть маленькие тоже компьютеры. Ну, Intel NUC – это именно сценарий. Да, потому что, понимаешь, здесь, ну, хорошо, у кого-то есть там, например, несколько ноутбуков, ноутбук там и планшеты. Когда один ребенок, это еще более-менее там работает. А теперь представь ситуацию, оба взрослых сели на работу из дома, надо подключиться. Есть двое детей, оба учатся в школе. Ну, как минимум, надо иметь 4 компьютера или 4 каких-то устройства. Ну, а если есть телевизор, то было бы здорово попробовать, можно ли, воткнув туда флешку в USB-порт, попытаться с него загрузиться, чтобы это стало большим компьютером. Ну, здесь наверняка будет сильно зависеть от телевизора. То есть, во-первых, будет ли он уметь грузиться с флешки, а если умеет, то ну, на базе какого процессора. Потому что поддерживает, с одной стороны, огромное множество, но с другой стороны, оно весьма определенное. То есть, это x86 ARM Raspberry. То есть, ну, если понятно, в телевизоре будет что-то другое... Не пробовал. Не видел такого, потому что, ну, по большому счету, если телевизор на платформе, например, Android, то, как бы, с точки зрения подключения к Citrix инфраструктуре, я проблем не вижу. Главное, клавиатуру беспроводную подключить, например, по Bluetooth к телевизору, и, соответственно, дальше можно запустить либо через HTML5, либо поставить андроидовский клиент и работать там с 55-дюймового экрана. Вот. Просто, может быть, как раз пробовали, тестировали вариант с использованием. А, можно, да, правильно, можно Raspberry Pi подключить к телевизору, получить рабочее место с большим экраном, как правильно Ярослав напоминает, но для этого надо Raspberry Pi иметь. Я имею в виду, что если вдруг случилась ситуация, что ничего нет, то каким образом можно попробовать задействовать телевизор в данной схеме работы? А, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, вы хотите, например, посмотреть какую-то часть там, меню, посмотреть функциональность. Вот сейчас есть возможность Алексея попросить, чтобы он продемонстрировал нам то, что вам интересно. Пока, коллеги, думаете, ну вот если будут какие-то вопросы, вы в чат пишите. А я пока буквально еще вот покажу одну вещь, связанную с тем, что вот данное, например, устройство, оно, вы видите, подключено локально, а вот эти вот, например, устройства, которые у нас в группе «Москва», они на самом деле находятся в Москве. То есть, когда у нас устройство да, проброшено через Cloud Extension. В Санкт-Петербурге. Ну, да, да. То есть я нахожусь в Санкт-Петербурге, и это устройство оно проброшено через Cloud Extension, через интернет.
То есть и локальная сеть Wi-Fi там нашего коллеги другая, и шлюз, пришел, через который пришел это устройство, совсем другое. Тем не менее, через интернет можем управлять устройством, настраивать его, ребутить. Вот. Окей, есть еще вопросы. Значит, Ярослав спрашивает о возможности поддержки двухфакторной аутентификации. Ну, и есть ли какой-то список уже поддерживаемых? Ну, условно, например, я не знаю, там Aladdin, Gmalto, там еще что-нибудь. Так, вот, наверное, по более полному списку, но я бы, наверное, попросил Пола поддержать. Пол, единственное, от себя быстро. Yeah, we have a question about support of multi-factor authentication. Do we have any list of supported solutions? Sorry, yeah. So we've got built-in support for Imprivata. Ну, поддерживается Imprivata. And also, if you're using two-form factor via Citrix ADC, then that will also work. Также это будет работать с многофакторной аутентификацией, если вы подключаетесь через ADC, то в принципе есть возможность построить решение, в которых требуется многофакторная аутентификация. Ну и, соответственно, авторизация сквозная LDAP. Это следующий вопрос. Леш, можно ли построить... Так, там я понимаю, что Михаил просил, чтобы его тоже голосом включили. Он еще хочет задать вопрос. Давайте. Михаил, у меня микрофон. Да, еще спасибо. Я тогда сразу быстренько. У меня был вопрос там еще по вот, если можно настроечки образов там включить картинку. Вот, где Леш, был... покажи, пожалуйста, экран с настройками образа. Здесь они лежат в разных местах, поэтому вы... конкретизируйте, а мы знаем, где вы. Да, да, хорошо. Значит, вопрос был в том плане, что там было на образе, значит, мы указываем, что либо устройство инсталируется, либо мы просто временно загружаемся, да, то есть как бы это непосредственно под как бы настройку всего образа или, ну, как бы, то есть как вот клиент, допустим, мне надо, чтобы этот образ где-то, скажем так, инсталлировался, а где-то временно загружался просто. Ну, сейчас, наверное, я попробую ответить, а потом, Леш, поправь меня. Здесь, скажем так, наверное, вариантов два. То есть, если вы хотите с него загрузиться, это нужно делать USB-флешечку и с него просто стартовать. А если вы хотите устройство полностью перепрошить, вот тогда надо будет заливать на него образ. Ну, Леш, если что, поправь, я могу. Нет, это я понял. Я имею в виду, вот смотрите, вот мы создали образ, у нас есть варианты, да, там есть install, live и... варианты как бы для клиента. Я имею в виду, мне этот образ, например, одному человеку нужно на флешке, а другому, например, проинсталить. Так, сейчас я тоже подумаю. Так, ладно, пока ты ищешь, я, соответственно... Я еще сейчас тогда сразу быстренько, если можно, пару вопросиков сразу. Вот по поводу лицензирования, вот в плане вот хотел, если есть такая возможность. Юль, может быть, еще тебе придется подключиться. Как это устройство лицензируется? Это тоже тут был вопрос. И доступно ли это решение? Да, приобретается в Беларуси. Ну да, да, все, спасибо. Лицензируется очень просто. Вот эти два. Да, лицензия на конечное устройство, причем вы можете менять, оно может сломаться, лицензия у вас числится в вашей панели управления всегда. Оно не привязано к физическому устройству. Выкинуть старое, переназначить эту лицензию на новое. То есть очень удобно. Так, возможно ли приобретение решения и поддерживается оно в Белоруссии? Конечно, конечно, по всему миру поддерживается. На самом деле у нас успешные миллионные проекты в Европе и Америке. Все крупные компании сидят на нас. Ну, наверное, здесь такой есть скрытый подтекст. Нет ли никаких функционных ограничений с точки зрения, что у нас тут некоторые страны поддерживаются, некоторые не поддерживаются? У нас нет. Так, окей. Ну, вот возвращаясь, Сергей, к вопросу, которые были заданы. Да, то есть вы можете выбрать, вот у меня, если видите сейчас экранчик, то есть я нахожусь в настройках определенной группы, и вот для этой группы устройств я могу выбрать, они будут либо Vive загружаться, для другой группы устройств они будут именно инсталиться. То есть выбор у вас такой действительно есть. И еще возвращаясь к вопросу по двухфакторной аутентификации, там был довольно большой список как раз, вот когда вы рассматриваете, например, само подключение Workspace App, то, например, вы можете задать использование смарт-карт. И по смарт-картам здесь также большой выбор. Тут и Gmalto указаны, и SafeNet карты.
Кемальта и SafeNet — это сейчас одна компания, поэтому несколько попроще, да. Так, значит, конкретизация вопроса про лицензии. Требуется ли отдельно лицензировать Stratodesk центр? Например, нужна работать, скажем так, инфраструктура на 100 рабочих мест, какие лицензии потребуются? Только вот лицензии Stratodesk на операционную систему или еще какие-то? То, что платформа управления, да, система управления, она автоматически входит в лицензию на Notch. И поддержка. То есть нужно, да, то есть нужно будет приобрести, соответственно, только условно там 100 лицензий на операционную систему, на эти устройства, которые, если что, могут предназначаться на другие устройства, если по каким-то причинам существующие выйдут из строя. А сам вот этот научный тач-центр, он уже входит в стоимость этих лицензий и, соответственно, поддержка. Так, да. Настройка сетевых принтеров. Драйвера необходимо настраивать отдельно или нет? Так, обычно там, по-моему, все-таки все опирается вот на капс, вот эти вот Linux-драйвера, которые присутствуют, универсальные. Нет, у нас все включены, все драйвера всех известных компаний, производителей принтеров. Да, я проблема, единственная, угу. Мы сталкивались, была единственная проблема, это на стороне производителя принтера, но не у нас. Поэтому у нас все поддерживается автоматически. Скорее всего, скажем так, я не сталкивался в данном случае с вашими линуксовыми клиентами с этой проблемой, но здесь нужно смотреть на сам принтер как таковой. Иногда же бывают Windows Dump принтеры, которые требуют только операционной системы Windows, чтобы они могли вообще хоть что-то напечатать. Вот, возможно, с этими принтерами вообще глобально может быть у всех проблемы. Поэтому смотреть... Нужно в том числе и на производителя. Обычно там ситуация такая, что принтеры, естественно, все разные, и как бы есть какой-то набор основных функций, там печатать на каждой странице, там на двух страницах, цветная, черная, и вот эти настройки, они обычно укладываются в универсальные драйвера, которые на Linux уже предустановлены. Вот, если там есть какие-то потребности там по сшиванию, там еще почему-то, то, наверное, такими драйверами вы не обойдетесь. А еще вопрос. Есть сотрудник, который будет работать дома со своего устройства, хотим сделать ему загрузочную флешку. Какой нужен объем этой флешки? Леш, наверное, к тебе. 4 килобайт. Да, Леш, до 4 килобайт. Ой, гигабайт. Гигабайт, да. Сейчас килобайтами уже, наверное, ничего не меряется. Ну, 4 гигабайта хватит точно. Может быть, хватит двух, но лучше не экспериментировать. 4 вот лучше взять. Юль, там, наверное, вопросы уже отдельно. Это потом уровень цен посмотреть. И, может быть, есть какой-то калькулятор для такого прикида. Вот там 100 пользователей это будет стоить столько-то, а 1000 это будет стоить столько-то. Конечно, личное обращение, пожалуйста, все по почте обращаются. Юрий, напишите письмо на Юлин адрес, да, и, соответственно, она вам пришлет необходимую информацию. Так, а можно увидеть список портов принтеров? Там есть именно пункт TCP/IP или это только к локальным портам относится? Леш, покажи, пожалуйста. Так, вот наши принтеры и вот то, что мы имеем. Remote Network Printer, да, пожалуйста, это там будет IP-шный адрес. Ну и дальше вот он, URI. Так, коллеги, еще вопросы? Ну, пока коллеги пишут, то есть... С тем ПО, который вы с портала скачиваете, прошивки, образа, то есть очень часто бывают такие паки, где у вас есть, например, ISO-шка, это операционная система, которая должна устанавливаться на конечное устройство. С ней идут уже скрипты, разные программы, которым позволяют кастомизировать ISO-шку, там создавать USB-драйв. То есть, в принципе, вот как раз сама ISO-шка 1,5 гига весит. Ну, то есть, опять же, наверное, на 2 гига флешку влезет, но лучше, наверное, на 4. Слушай, уже сейчас, наверное, тяжело найти такие флешки на 2 гига. По-моему, минимум 4. Да. Потому что если брать что-то старое, то тут риск нарваться на то, что оно там полетит. Так, Михаил еще просил ему включить микрофон. Михаил? Да, спасибо. Еще, смотрите, у меня еще вопрос появился вот после лицензии, так сказать. Вот смотрите, если я сейчас, например, как заказчик, и мне надо как бы вот перевести всех на удаленку, да? Но у меня в то же время все там на своих там Windows'ах там и так далее, все привыкли и так далее. То есть как мне сейчас быстро, допустим, можно перейти, и если это какой-то, то есть это сотруднику, соответственно, уже надо будет как бы привыкать к, опять-таки, своим кнопочкам, иконочкам или вот в этом плане. Спасибо.
А я можно вам встречный вопрос задам? У вас сейчас инфраструктура физическая или виртуальная, или виртуализация какая-то есть уже? Потому что если физическая, у вас ну, есть я вообще как инженер, то есть у нас как есть и такие системы. Просто вот я, допустим, хочу понимать, как бы насколько это можно ну, вообще как бы эксплуатировать, скажем так, в каких средах и как, скажем, перемещение IT-сред и так далее. Я просто почему спросил, потому что вопрос, он именно оттуда начинается, очень концептуально издалека. То есть если у вас ну, там часть или целиком инфраструктура физическая, то вы сначала заботитесь о виртуализации, выбираете для себя там вендора, будь это Citrix или еще может быть что-то. То есть это гипервизоры, система доставки, система удаленного доступа, там как это все разворачивается, администрируется, назначается. И потом уже под это, непосредственно под исполнение, то есть под конечные точки, вы, например, прибегаете к стратодеску так, чтобы конечные устройства ваших клиентов, которые домой переехали, они превратились в управляемые вам понятные устройства в едином парке, в единой системе управления. И они, например, подключаются уже к ресурсам, которые, как я до этого говорил, вы уже отдельно как-то развернули и настроили. Если у вас сейчас существует хотя бы частичная виртуализация, то ничего не меняется. То есть она у вас, по идее, должна иметь какую-то систему удаленного доступа, то есть какие-то гейтвеи, если это Citrix, там может быть Citrix ADC есть, и опять же ничего не меняется, вы подключаетесь к тем же ресурсам, но уже не с своего компьютера Windows, который ваш личный, а вы, например, подключаетесь туда с тонкого клиента, на которого загрузились там с флешки или что-то переустановили, у вас это устройство, оно чуть-чуть просто другую форму имеет. Но сами ресурсы, они получаются... Извиняюсь, не понял тогда, получается. Но я с флешки как бы вот загружаюсь, и у меня переносится вот именно мое рабочее место, неважно, там он CentOS, там Windows или Linux, или вот оно переносится само, либо это все-таки как бы как отдельная операционная система, которая загружается, которая имеет свои там, скажем так, программы, десктопы и так далее. Ну, на самом деле, это очень урезанная операционная система с функционалом, который достаточен для подключения к инфраструктуре виртуализации, будь то виртуализация Citrix, Microsoft, либо еще кого-то. И, соответственно, это используется исключительно как точка доступа к тем ресурсам, которые развернуты централизованно. Конечно, все, наверняка здесь браузер локальный спасибо. Есть, но основная задача в том, чтобы... Если мы говорим про использование на домашних компьютерах с точки зрения флешки, не смешивать работу с там, домашней личной жизнью и, соответственно, не подвергать риску, когда вам что-то взяли да изменили в вашем ноутбуке домашнем, который вы используете для чего-то своего личного. Если у вас нет инфраструктуры там, централизованной, то сначала надо подумать об этом шаге и только потом уже двигаться в сторону тонких клиентов. По поводу вопроса про флешку, вот коллеги сейчас проверили, Андрей, это другой инженер компании Оли, пишет, что на флешке, которая загрузочно занята, точно 2,6 гигабайта, поэтому нужна 4-гигабайтная флешка. И есть еще вопрос, есть ли информация по поддержке МФУ плоттеров Epson, как сетевых, так и локальных. Ну, например, Workforce Pro, там такая-то модель. Юрий, я думаю, что ребята посмотрят и, соответственно, вам тогда уже в личку напишут по тому e-mail, по которому вы регистрировались на мероприятие. Да. Окей, коллеги, я смотрю, вопросов еще нет. Да, спасибо большое вам всем за активное участие. Постараемся вебинар выложить в записи в самое ближайшее время. Презентацию, как только коллеги мне пришлют, я ее выложу на share-файл. Если все произойдет быстро, то завтра вы презентацию уже получите. Если нет, ну, значит, послезавтра. И если можно, картинки можно? Там Юля обещала. Ну вот, Юля, все, что, скажем так, она мне пришлет, я все выложу. Если чего-то там не хватит или вы ожидали большего, тогда напишите Юле напрямую, и она вам тогда уже потом добросит необходимые материалы. Спасибо. Что, коллеги, спасибо большое, да. Юля, что ты еще хочешь сказать в качестве такого завершающего слова? Я хотела сказать, что все передам тебе, Сереж, и что-то пришло, будет ко мне лично адресовано, на все отвечу, поэтому с удовольствием...
Не стесняйтесь, пишите, обращайтесь с любыми вопросами. Да, коллеги, спасибо большое. Да, если есть пожелания на тему дальнейших вебинаров, что вас интересует, какие темы вам сейчас кажутся наиболее актуальными, может быть, какие-то решения именно Citrix, в частности, там, настройка, конфигурация, либо интересуют такие же партнерские решения, как сегодня, ну, не знаю, например, интеграция там с графическими картами NVIDIA, либо ATI, либо еще что-то из подобных тем. Напишите, мы постараемся максимально пользоваться тем, что вас интересует, отвечать на те вопросы, которые сейчас, те задачи, которые стоят перед вами. Еще раз большое спасибо, всем здоровья, держитесь, на улицу не выходите, не гуляйте, соответственно, да, сейчас есть хорошая возможность, соответственно, сидя дома, спасти человечество. Спасибо. Всем всего доброго, спасибо.